В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией. Это касается семей с детьми до 16 лет. Такие единовременные пособия люди получали в июне и июле. Депутат Михаил Тарасенко отметил, что из-за сохраненных в стране ограничительных мер отдельные предприятия еще не вернулись к работе в привычном режиме, а многие граждане за последние месяцы потеряли работу. В связи с этим парламентарий считает уместным назначение выплаты в преддверии 1 сентября, так как на пороге новый учебный год, что сулит семьям с детьми расходы. Другие депутаты поддержали идею.